Добрый день, уважаемые подписчики. Рад вас приветствовать на нашем канале. Сегодня представляю вам очень интересный проект, выполненный по заказу корпорации «Роснефть» на автобусе «Ивеко». Феникс имеет функцию остановки двери при наезде на препятствие, а также функцию автоотката. Привод Феникс имеет функцию автоматического закрытия двери и ее блокировки при скорости движения автобуса более 5 км в час. Мы поехали, дверь закрывается сама автоматически. Прижимается плотно, с усилием, за счет исключительно силы привода. Ее невозможно открыть, в том числе и с помощью аварийного открывателя. Дверь не открылась, обратите внимание. Это был краткий обзор электропривода Феникс, его возможностей. Всем спасибо за внимание, следите за нашими новостями и видео. Всем пока!